Так. Так, Сергей Горыч. Спаси Христос, слышу тебя нормально. Видимости пока нет. Плохо. А это такая связь, да, видимо? Может быть, да. Не исключено. Так, сейчас назад. Может, оно появится. Не, ну, надо, конечно, это. О, вот, давай, сейчас, вижу. Сейчас я запись начать. Яркий свет у тебя с левой стороны от окна идет. На тебя лицо... Так, сейчас. А правая сторона, наоборот, затемненная. Ну да, что тут придумать, я не знаю. Свет. Ну, это ты уже смотри сам, как тебе удобно. Так, начать запись. Окей. Давно с тобой не встречался. Основано говорить по-украински, потому что наша аудитория не только Россия, но и Украина. А в Украине зараз, сейчас, просыпается дух осознания своей идентичности. Угу. Так, Сергей Егорыч, мир вашему дому, во-первых. Сергей, Виталий, называй. Сергей, мир вашему, твоему дому, мир, первое. С миром принимаю. Вот. В нашей угледарской обители Донецкой области. Расскажи, вот представься, откуда ты, вкратце, чтобы понимали люди, кто будет смотреть. Фамилия моя Игнатов Сергей, родился в шахтерской семье в городе Енакиево Донецкой области, русскоязычный, родители приехали с России, откуда еще мой дед уехал в начале 30-х годов, спасаясь от тюрьмы, которому грозило за отказ идти в колхоз по детоколлективизации. И таким образом мои предки оказались в Донбассе на шахте, которые тогда были, как известно, теми же самыми рудниками, на которых отправляли отбой за Казани каторжников. Так что он избрал эту каторгу шахтерскую по своей воле, с тем, чтобы не оказаться за стенках ГУЛАГа, за свою веру православную и отказ от участия в деяниях советской власти. Ну, сейчас я живу в городе Угледаре, это 50 километров от Донецка, работаю на шахте Южно-Донбасска номер один, юристом, на пенсии. Ну, продолжаю работать, мне уже 61 год. Родился 8 октября 1959 года. В 2010 году у меня умер отец, Егор, шахтер. И вот тогда, спустя полгода или, может, год, на меня вышел по интернету, по почте Mail.ru «Мой мир» Игнатий Тихонович Лапкин. Ну, меня что обрадовало, что он был похож внешним обликом на моего отца. Я подумал, какое совпадение. Ну и тогда же я узнал о его некоторых таких вот из-за видеороликов выступлениях, таких очень основательных. Мне по моей жизни приходилось встречаться с разными людьми. Но Игнатий Тихонович меня обескуражил тем, что он не просто православный, но он еще и начитанный в Библии человек. То есть он много знает из того, что положено знать христианину, а мы не знаем. А поскольку не знаем, то многое, что видим в нашей церкви православной, а я отношусь к Украинской православной церкви Московского патриархата, и то, что мы видим в церкви, не знающие святых писаний и канонов церкви и прихожане, воспринимаем как должное. То есть для нас то, что мы видим, так и должно быть. А как должно быть по Библии, как должно быть по канонам церкви, по писаниям, этого мы не знаем.
И для меня встреча с Игнатием Тихоновичем это было открытие. Причем он произносил такие вещи, которые в моем мозгу не вмещались. Допустим, нас всю жизнь воспитывали в храмах о том, что нужно ближнего любить, вот, а врага убить. Ну, так учили нас. И Сергий Радович якобы благословил своих иноков Пересвета и Андрея Слябу на битву на Мамаем, с Батыевым, с Мамаем на Куликовом поле. А оказывается, что это нарушение канонов было, благословить монахов, брать луки оружия. И мог ли Сергий Радович, мой небесный покровитель, знаете каноны, пойти на такое откровенное нарушение. То есть много из чего и придумано в житии святых. Это уже второй вопрос, на который меня вывел Игнатий Тихонович Лапкин своей позицией православной по вопросам церковной жизни, святых писаний, творения отцов и Библии. То есть нужно еще смотреть во свете Библии и житие святых. Не просто слепо доверять им и подражать им, и считать, что они были, так сказать, безгрешные люди, поэтому и их церковь прославила. А оказывается, нужно смотреть на житие во свете Библии. Да, они святые, но все ли у них так было гладко и четко, чтобы можно было следовать их примеру? Ну, в целом, да. А в частности, вот, допустим, с понедельника начинается Великий пост. И по традиции первые три дня будет считаться канон Андрея Крицкому. Есть такая традиция. В ходе этого канона также считается акафист Марии Гибельской. Мы знаем о том, что она была красивой женщиной, пользовалась своими чарами и этим самым обеспечила свою безбедную жизнь, блудную жизнь. И вот когда она по воле Божией оказалась в Иерусалиме и не могла зайти в храм Божий, то она поняла, почему, что, какая сила ей не дает это сделать. И она тогда раскаялась и сказала: «Матерь Божия, я виновата во всем, помолись за меня Господу». Я так вот пересказываю. «А я изменил свой образ жизни». И в это время она была допущена на богослужение, после этого удалилась в пустыню и прожила там всю оставшуюся жизнь, пока ее старец Зосима не увидел, и было у нее с ней общение. Но ведь если смотреть жизнь Марии Гибельской, в этой Библии, то Господь никого из своих учеников не благословлял удаляться от мира сего, а наоборот, идти в мир и проповедовать Слово Божие, учить их тому, чему он учил своих учеников. Поэтому поступила ли Мария Египетская по Слову Божьему? И да, и нет. С одной стороны, да, она покаялась и больше трудной жизни не приступала. Но, с другой стороны, она пошла и не по тому пути, по которому надо идти. Она ушла в пустыню. Зачем, спрашивается, себя при жизни хоронить? Такого нету. Поэтому все жития святых нужно еще оценивать во свете Библии, как жили святые. Что-то брать у них полезное, а на что-то смотреть, что оно не соответствует Библии. И имеет на это смелость заявить. Вот, кстати, Игнатия Тихоновича, что меня и обрадовало, что у него есть смелость. Смелость открыто говорить, независимо от ранга, то, что написано по Библии. Ну, как святые апостол Петр и Иоанн оказались в Синедрионе и смело ответили первосвященникам на их запрет проповедовать об учении Иисуса Христа. Они ответили так: ну, вы знаете об этом, православные об этом знают, что справедливые перед Богом слушаться вас более, чем самого Господа. Меня слышно, да? Да. Ну, поэтому Игнатий Тихонович вот так поступает. И мне напоминает нашего сегодняшнего апостола Павла. Так же самое, как я читаю в послании к Коринфянам, о том, что кого Бог любит, тому дает знание. Ну, там
написано не только знать, это написано и кого любить, и наказывать, и все остальное. Вот. Но это точно. Геннадий Тихонович, что Господь дал великолепную память, и он этот дар употребил во Слово Божие. Ну так, чтобы знать Библию, Святые Писания наизусть, ну это очень редкий дар. Поэтому я во многом благодарен Богу за то, что Он меня свел с таким видным православным исповедником, который является Геннадий Тихонович. Ну, исповедник он потому, что находился в пяти тюрьмах за Слово Божие, за то, что смело проповедовал это Слово, распространял его по всему Советскому Союзу тогда через записи Святой Библии, Жития Святых, в том числе творение Иоанна Златоуста на магнитофонную ленту. Так что КГБ СССР в Москве подумало, что работает целая бригада. А знаете, Тихонович, он организатор. И надо отдать ему должное, что у него подрастают достойные ученики Христовы. Не его ученики, потому что знаете, Тихонович, он никакую организацию религиозную там, или там общественную не создавал. Он просто своим знанием Библии, тем, что люди верят в его, в чистоту его жизни, а живет он, как он кронштадтский, со своей женой, верят в то, что сказанное им не расходится с делами. И этому я всегда вижу только подтверждение. Я когда бывал в Потеряевке по приглашению уже 3 раза, у меня как-то в один из моих приездов были с ним, ну, такие вот, когда я восставал против той жесткости, которая мне казалась на первый взгляд, ну, она бытовой характер имела. Я сказал, все, знаете, тихо, больше вас слушать не буду. Ну, я улыбаюсь немножко, да? Это мы совсем было... погорячился я. Как-то мы в лесу заготавливали сваи для укрепления береговой линии пруда. Вот. А в этой местности очень много комаров. Это у нас тут, в Донецкой области, благодать и тепло. Вот представляешь, я могу сегодня, когда на улице снег лежит, а сегодня выпал, могу пойти на огород и покопать землю. То есть у нас такой вот климат мягкий. А там не просто климат жесткий, а еще и комаров много. У нас комаров нету здесь так вот много, разве что на берегу реки озер. Там Сербский Донец у нас протекает, там действительно комарятник у берега. А так, где я живу, город Углитар, вот, поближе к Азовскому морю, такого обилия комаров нема. А там они прям летают роем. Я как-то сделал для себя небольшую маску из сетки противомоскитной и наделась сверху на лицо. А поскольку мы были в лесу и занимались заготовкой этих стволов деревьев, то это было в какой-то мере опасно с точки зрения безопасности. Иннокентий Тихонович потребовал, чтобы эту маску снял. А я же ее несколько часов шил себе. Думаю, это же мой труд пропал. Вот. Ну, потом, слава Богу, ситуация разрядилась. Ну, потому что в вопросах принципиальных, в вопросах веры Геннадию Тихоновичу равных нету. Ошибок он, с моей точки зрения, никогда не совершает. Вот. А когда люди пытаются упрекнуть его в чем-то и, так сказать, поставить его перед каким-то вопросом, на который нужно давать нелицеприятный ответ. Вот есть такая поговорка или изречение. У каждого своя правда. Я, допустим, хочу сказать, что в таком-то человеке я не хотел бы видеть такие-то черты его характера. А этот человек начинает аргументированно отвечать на мои выводы, и я прихожу к выводу, что, в общем-то, у меня было ложное впечатление о поведении данного лица. Поэтому в вопросах, скажем так, бытовых, можно где-то с Геннадием Тихоновичем не согласиться, в вопросах бытовых, мелких. А по вопросам принципиальным, по вопросам веры, где он себя проявил как человек, как соработник Христов и помазанник, ну тут безупречно, тут никаких споров быть не может. Хотя я знаю, что есть люди, которым что говори, что не говори, их ну, никак не убедишь. В такой категории лиц в какой-то мере отношу я себе. Мне, допустим, очень сложно меня убедить на словах, без каких-то серьезных доводов
со ссылкой на творение святых отцов, со ссылкой на Библию, со ссылкой на историю. Ну, я тут очень много уже говорю, может, где-то мы паузу сделаем и перейдем к каким-то еще другим вопросам, на которые бы тебе интересно было бы услышать ответ. Вот сдалека начну. Когда вы уверовали, вот вспомните этот момент. И отделяете ли вы сейчас, извиняюсь, и отделяете ли вы сейчас вот уверование само и вот такое явление, как рождение свыше? Вы это ставите в один ряд, совмещаете, либо это разные немножко события были в вашей жизни? Вот именно вера, когда вы поверили, что Бог есть и так далее, и вот и пережили вы вот это рождение свыше вот это. Частной правдой или так, частным случаем, который, по которому нельзя делать какие-то серьезные обобщенные выводы. Таких частных случаев должно быть очень много, чтобы можно прийти к какой-то закономерности. Так вот, я уверовал еще по-детски, ну, в дошкольном возрасте, когда меня моя прабабушка водила в храм, я даже был в алтаре, там помогал батюшке, одело подносил ему, ну, такие вот мелкие работы выполнял. Вот, был, как говорится, на подхвате. Но, когда я учился в 8 классе, и меня избрали комсоргом класса, потом комсоргом школы, я стал активно изучать биографию Ленина, его труды, по крайней мере, воспоминания о нем, купил 3 томика. То для меня он оказался идеалом. И я, так сказать, в этот период времени, что называется, и предал Христа. Ну, я его, говорю, тогда и не знал, как таково, потому что все эти годы, когда я ходил в эту церковь с прабабушкой, прабабушка имела Библию, но она держала ее в сундуке. Мне что-то удивило, когда она мне показала, вот смотри, что у меня есть. Развернула платок, а мне оказалась толстая Библия. И еще тогда подумал, а что ж она его, эту Библию, в сундуке похоронит. Вот. И так я эту Библию не знал до где-то 7 класса. А потом моя мамка купила где-то, или кто-то ей дал, Новый Завет. Мне он понравился, он стал читать. Но воспринимал я его как чтение тех же самых мифов народа Греции. Мне было это интересно. Ну так вот Господь меня подводил. Ну вот, так как ну, никто не занимался, вот, а я сам был под влиянием нашей тогда атеистической школы, то я, так сказать, с легкостью необыкновенной отказался от Христа и признавать его как Бога. У меня, кстати, был такой случай потешный, когда я, так сказать, летом еще в 7 классе был в храме, вот, то по инерции, когда батюшка заканчивал проповедь, вот, люди крестились. И я, когда у нас 1 сентября состоялась школьная линейка, и директор выступил с речью и закончил ее, я, так сказать, ну, я не слушал, что он выступал, я думал о своем, о другом. Я перекрестился. И тут на меня обратила внимание наша общественность. Что там было? Отца вызвали в школу. Вот. И это уже было оправдываться, что-то сказать, ну, в общем, получилось так, что я перед Богом оказался предателем. И вот мое второе рождение, говорят, это было тоже не рождение, считается, что рождение свыше, это тогда, когда человек принимает веру. Меня в детстве крестили. Ну, как крестили, я не помню. Я помню только тогда, что я был, значит, раздетый, вот, на руках меня держали и одевали на меня алюминиевый крестик. Вот это я хорошо запомнил. А потом, где-то в 2016 году, перед тем, как поехать в Потеряевку, по приглашению Игнатия Тихоновича, я спросил у мамки своей: мам, а меня как крестили? Трехкратным погружением? Она говорит: нет, сынок, на том крещении никто не был, кроме, наверное, прабабушки твоей. Она тебя водила, бабушка Анна. Вот. А ты уже тогда был в 3-летнем возрасте. Кто там тебя в этот трехкратном погружении будет опускать в этот сосуд. Поэтому тебя, наверное, просто облили водой и все. Ну и после этого я договорился с одним священником православным,
который канон церкви, части не нарушает, и меня он крестил троекратным погружением. Меня и моего сына младшего. Но, правда, без миропомазания, потому что оно состоялось, оно делается один раз, и состоялось тогда, когда меня пытался крестить, но не докрестил первосвященник в моем, так сказать, трехлетнем возрасте. Так вот, что касается моей веры, то она появилась более или менее серьезно после того, как мне приснились некоторые вещи сны. Ну, один из них – это сон, когда я увидел своего идеала Ленина. Он был моим идеалом со школьных лет. Я поэтому поехал учиться в Казань, поступал на юридический факультет, там, где учился этот ВИЛ. И вот этот ВИЛ мне снится незадолго до путча в 1991 году. А этот путч, как известно, состоялся 19 августа, день преображения Господа. Так вот, он мне приснился в гробу. Вот Ленин и лежит в гробу. И после этого пошли эти все сигналы с Москвы, потому что ГКЧП захватила власть. После этого с наших библиотек, когда все утряслось, повыносили все сочинения Ленина, Маркса, еще удивился, за деньги покупал. А тут на целый стоп этих книг валяются, никому не нужные. И только за деньги были потрачены мною. Ну а когда я прочитал книжку, в которой было написано такие слова, одному христианину, является Божья Матерь во сне, а он призывал его к себе и говорит ему, что я не могу войти в твою обитель, потому что там находятся мои враги. А человек спрашивает, так какие же враги? Я в Бога верую, тебя почитаю, нет у меня в моем доме врагов. Она говорит ему, а у тебя книжки теоретические имеются. А поэтому, дорогой мой, я не могу зайти в то жилье, где живут мои враги. И я вспомнил эти слова, когда всю свою литературу, вот эту вот атеистическую, коммунистическую, выносил в контейнер с тем, чтобы, так сказать, очистить свое жилье от этих вот молчаливых, но опасных врагов. Как я пришел к вере православной? Ну, повлияло несколько факторов. Во-первых, был развенчан миф о том, что теория Маркса всесильна, потому что она верна. Я после этого обратился с вопросом, а те, что это истина? Если теория Маркса и Ленина неправильная, ошибочная или не с ложью, и зря одобренная, то где что-то правду искать? Ну, думаю, наверное, искать его надо, где она впервые появилась, где-то там, на Востоке. И я там вот стал изучать книги индийские, веды, а тут как раз появилось движение этих кришнаидов, барабанами ходят, в этих вот цветных своих одеждах, лысые. Но им я не последовал. А вот книжки, которые они раздавали, я купил. Одна из них называется «Бхагавад-гита». И вот когда я читал ее, ну то, что написано было как бы в оригинале, оно было непонятно. А вот комментарии для меня были более или менее понятны. Я стал думать, а те, что я что-то подобное не читал. И вспомнил. А я читал с детства Новый Завет и снова взял и купил его. И так, опять открыл эту книгу, но уже в возрасте, где-то 30 лет мне было. Вот я ее читаю и думаю, Боже, какая богатая мысль. Вот есть такая книга, такие книги, их называют «Сокровищницы народной мудрости». Ну, вот такие вот фразы золотые, великолепные, которые говорили люди мира сего, знаменитые. А тут, что не читаешь в этом Евангелии, эти все перлы золотые, эти все мудрые мысли ты один за другой поглощаешь. И таким образом состоялось мое вторичное знакомство с Новым Заветом. Но получается так, что я пришел к вере через чтение Слова Божьего. Вот написано в Новом Завете у апостола Павла, что вера – это слышание. И она у меня была, это вера в чтение. А потом я стал изучать
Кроме того, я же такой вот был, что интересно мне знать, откуда же вообще появилась вся эта вот вера, потусторонний мир. Вот. Тут еще побило масло в огонь выступление известных экстрасенсов в Советском Союзе, Чумака и Кашпировского. Как они имеют такие вот, так вот воздействия, гипнозом каким-то своим, заряжать какие-то там вещества, жидкости своей энергии. Вот. Думаю, надо, это прям какая-то магия. И я взял себе, купил еще магию. А до этого купил Библию, московское издание, но не читал ее. И вот когда я купил магию, то что-то мне подсказало. Вот у тебя дома Библия, а ты ее не прочитал, а берешься за магию, за эти все непонятные фокусы, которые мы видим в руках экстрасенсов, в руках гипнотизеров. Я отложил магию и стал читать Библию. Но читал я ее около года. Ну, так вот она мне тяжело давалась. Ну, во-первых, это же не роман Александра Дюма, который можно за ночь прочитать. Вот. Там надо читать как-то вдумчиво, и я старался читать внимательно, не пропуская страницы. Особенно, когда читаешь книгу «Левит», там есть такие моменты, когда ну, тебе неинтересно, как там этих вот, как эту скотину нужно разделывать, что там сжигать, что там за стан выносить. Я напрягся и почитал и это. И вот что любопытно, после этого произошло такое явление. Все книги, которые у меня были подобного рода, в том числе и Агни-йога Рериха, тоже интересовался восточной философией, религией, я все эти книги уничтожил. И поэтому туда же пошла в огонь и та же самая магия. Вот, пожалуйста, Слово Божие, вот какое оно оказывает воздействие на человека. И вот потом уже, когда читаю Псалтырь, неоднократно нахожу такое выражение – со слова царя Давида, псалмопевца, о том, что Слово Божие оживляет меня. Господи, оживи мою душу Словом Твоим. Ну, действительно, моя душа была мертвая. Мертвая, так, тело-то было живое, а душа-то она у меня без Бога была не живая, мертвая, она была в руках сатаны. Вот. И от этого сатаны стал постепенно избавляться. Не сразу, постепенно. Он еще долго сидел в моих представлениях. Вот. И по пути к этому ощущению было, прежде всего, у меня встреча с Андреем Кураевым, в частности. Ну, не с ним самим непосредственно, хотя он до Донецка приезжал. А с его книгами, которые были тогда в обильном количестве в наших монастырях, в продаже. И одну из книг я купил и почитал. И мне очень запомнилась одна его фраза. По поводу, она связана с вашим вопросом о рождении свыше, о крещении, о том, что сектанты, там, католики предлагают крестить человека только в зрелом возрасте, как Иисуса Христа, чтобы человек сознательно сделал свой выбор, а не во младенческом возрасте, как, допустим, крестят наших детей. И вот, что ответил им Андрей Кураев. Он им ответил такими мудрыми словами. Ну, говорит, а за то время, пока ребенок будет достигать совершеннолетия, вы, говорит, договорились с дьяволом, с сатаною, чтобы он не оказывал влияние на этого человека. Поэтому в этом его труде я нашел подтверждение правильности того, что можно и нужно малолетних детей крестить в раннем возрасте. Ну, естественно, не уповать на то, что это будет автоматическим таким вот билетом, или таким праздничным билетом в Царствие Божие. Потому что надо, чтобы дар, который тебе зерно было посеяно, оно зашло, а не погибло, как это вот в той притче, когда сеятель сеял, и зерно упало при дороге, было склевано птицами хищными, второе там на камень упало, зашло солнце, или, можно сказать, спалило. Третье, в тернии попало, тернии взошло, а зерно это тоже же погибло. И только когда в добрую почву зерно попадает, оно дает урожай там, 30, 50 раз, 60 раз, ну, как там написано
в Новом Завете. И, кстати, вот меня что поражает, не поражает, а восхищает, так это то, что, знаете, Тихонович Лапкин, он не просто приводит мысли из Нового Завета, из Ветхого Завета, а он еще и делает ссылку конкретно. Какая-то книга, допустим, Евангелие от Матфея, глава какая-то, стих такой-то, или послание апостолам такой-то, такой-то. Я замечал, что таким вот свободным владением Библии иногда пользуются наши сектанты, которые не просто говорят о том или ином явлении, связанном с Библией, а еще дают ссылку на тот или иной стих, которым они руководствуются. Это у людей вызывает уважение и доверие к тому, что они знают тему. Ну, продолжаю. Ну, после того, как я стал знакомиться с верой православной, через труды Андрея Кураева, через сочинения святых отцов, у меня моя вера православная стала укрепляться и развиваться. Это стало побуждением к тому, чтобы я ездил по монастырям. А у нас в Донецкой области есть Святогорская лавра, где епископ Арсений, он и сейчас служит, вот, очень талантливый проповедник, его слушаешь, и душа радуется, ну, это от Бога человек. То же самое познакомился с таким старцем известным, не только в Украине, но и в России, который учился в Богословской академии, кстати, вместе с нынешним патриархом московским и всей России Кириллом. Это Серх Мадрид Зосима, в миру фамилия Усакура. Его отец казак, но отца своего не видел, потому что родился он в колонии, в тюрьме. Куда посадили его мать Мариамну за слово Божие, за то, что она была православной и активно часто принимала богослужебной деятельности при вот этой вот репрессивной коммунистической советской власти. Вот. И с ней там познакомился ее муж, казак Алексеевич, который, когда началась война, забрали в армию. Так. И вот благодаря встречам с таким человеком, как Зосима Херандри, я еще больше узнал о Боге, о вере православной и видел, что такие люди, как Зосима, которые еще обладали ораторским таким талантом, это были проповедники от Бога, не зря советская власть угнетала, в том числе и архимандрита Зосима, которая переводила его через правящего архиерея с одного прихода в другой, с тем, чтобы он не оказывал большое влияние на людей. Потом жил в Донецке, ну, есть такой в пригороде поселок Александровка, который сейчас находится под контролем, ну, не под, который сейчас находится на неподконтрольной территории Украины. Так вот, он, где бы ни находился, вокруг него объединялись люди, создавались, что называется, общины, и они строили храмы, сооружения делали, то есть материальную базу как бы восстанавливали, где можно людям помолиться, где можно остановиться. И вот последней обителью оказалось село Никольское в Донецкой области, Волновахского района. Это как раз в 5 километрах от города Угледара, где находится шахта Южно-Донбасска, где я работаю. Кстати, один из мотивов того, что я переехал из Донецка в Угледар, была близость монастыря. И я там жил порой, на выходные дни обязательно там бывал. Вот. Так что много сейчас видеороликов об этом старце, за всеми есть. В общем, он человек был такого вот склада подвижнического и имел дар пророчества. Он, кстати, мне после своей смерти явился во сне и сказал, что я не буду в монастыре. Мне это как-то смутило, как же так, я всю жизнь мечтал в монастырь пойти, и вдруг я во сне такое откровение узнаю, что я в монастыре не буду. Ну, а когда я познакомился с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, то я понял, почему я не буду в монастыре. Потому что это не мой путь. Господь сказал, идите в мир и учите людей тому, чему я вас научил. Вот. А монастырь,
Я целиком полностью согласен с позицией Геннадия Тихоновича, должен быть кузница этих кадров, проповедников, а не быть той, так сказать, пустынькой, обителью, где люди замыкаются в узком кругу своих единоверцев и спасают только свои души, забывая о том, что есть еще и мир, который нуждается в вашей помощи, ибо есть повеление Божье не уходить, не прятаться за стенами монастырскими, а идти в народ, проповедовать Слово Божье, учить людей, оживлять их души, а не ждать, пока к тебе кто-то там приедет, придет, что-то принесет и так далее. Брат Сергей, я прошу сейчас сконцентрироваться только на твоем субъективном опыте. Вот эти, все остальное сейчас не будем об этом говорить. Вот вопрос такой. Тезисно, кратко ответь, что для тебя есть Слово Божие, что оно тебе дает по пунктам? Что тебе дает Слово Божие? Какую пользу оно тебе приносит или не приносит? Для меня это не просто слово Спасителя о том, что единым хлебом жил человек на Слово Божие. А это для меня еще и подтвержденная практическая жизнь, практикой жизни. Я действительно считаю Слово Божье, допустим, читаю псалтырь. Но псалтырь читаю не просто так вот, как он написан, а в комментариях святых отцов. Это помогает мне не только Слово Божье изучать, но и постигать его глубинный смысл. И меня, так сказать, всегда на душе охватывает радость, когда я читаю что-то из Священных Писаний. Будь это книги Ветхого Завета, как Псалтирь, будь это книги Нового Завета. И, конечно же, меня всегда вызывает удовлетворение, когда я слушаю проповеди на эти темы от близких мне и понятных близких мне людей. И в частности, вот нашего, как мы называем его, духовного советника, помощника и наставника, Игнатия Тихоновича. Само по себе, рождение свыше, у меня не было таким, вот, как у Игнатия Тихоновича, когда он рассказывал в Инстаграме. Не, сейчас, прошу прощения, Сергей, брат Сергей, подожди. Еще по Библии давай, закончим сейчас по Библии. Сейчас коротко, давай не будем дальше. Что еще тебе дает Библия? Мне мало этого, давай еще расскажи. Во-первых, она как написана в Слове Божьем у апостола у Давида, царя и пророка, о том, что оживляет душу, и кто оживляет мою душу, это во-первых. Во-вторых, через знание Библии, я получаю, могу давать ответы на вопросы, которые ко мне возникли. И руководствоваться в нашей мирской жизнью, где по Слову Божьему нужно поступить. Не просто поверить в какую-то горячую проповедь или выступление человека, который, допустим, искренне верит в то, что он говорит, а еще и пропустить его слова, его речь через Святое Писание. А соответствует ли оно ему? Например, как в вопросах о войне и мире. Вот у нас много людей, таких замечательных патриотов, которые считают, что нужно свободу, независимость отстаивать с оружием в руках. Вот для того, чтобы убивать, поражать им своих врагов. Вот. И вот в свете Библии, конечно же, такие высказывания всегда носят сомнительный характер. Потому что не учитываются многие причины, по которым этому человеку, который оказался перед выбором, что ему нужно защищать свою свободу и независимость, почему он оказался в таком состоянии, что оказался порабощенным, и встал вопрос о его свободе и независимости. Это как, допустим, кузник попадает в тюрьму, лишается свободы, и вот он хочет бежать. А ты подумай, а почему ты оказался за этими стенами, за оградой этой вот колючей проволокой? Одно дело, когда ты страдаешь за Христа, а другое дело, когда ты страдаешь за грехи свои. Поэтому тут всегда нужно руководствоваться Словом Божьим, чтобы давать ответы на вопросы, которые возникают по жизни, в оценке тех или иных ситуаций, событий, которые меняются с космической скоростью.
Потом Слово Божие для меня еще и путеводитель по жизни. Любимое место Писания у тебя? О, их очень много, этих Писаний. Я, когда читал Новый Завет, то делал для себя своего рода симфонию. Вот я читаю Новый Завет и псалмы, выбирал темы. Вот, допустим, тема, которая касается Господа Иисуса Христа и Его учения. И все, что связано с ним, я выписывал. Страница какая, какой стих, какая глава. И у меня набралось 45 тем. Поэтому я не скажу, что у меня есть что-то самое любимое. Вот. А у меня оно все любимое. Ну, те или иные моменты всплывают в памяти, в зависимости от ситуации житейской. Те или иные случаи, о которых говорил Христос. Вот, например, в посланиях апостолов, и особенно Иоанна Богослова, можем найти такое выражение о том, что ученики Господа Иисуса Христа познаются по любви между ними. Вот когда видишь ситуацию, которая происходит у нас в Украине, в Донбассе, война идет, и люди друг друга ненавидят, а называют себя православными, то возникает вопрос, а чем они тогда руководствуются, называя себя христианами, если они не выполняют повеление Божие, а любят друг другу, даже к врагам. Вот Господь сказал на Нагорной проповеди, вы знаете, что нужно любить ближнего своего, а по Ветхому Завету ненавидеть врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. И тут начинается, да как же так, любить врагов и так далее. Но сказал Бог, любите врагов ваших. Ситуация изменилась с момента его пришествия. Поэтому в зависимости от ситуации у меня появляется вплоть в памяти те положения из Священного Писания, которые в данный момент наиболее актуальны. Вот так вот. Хорошо. Ну и вот рождение свыше, то есть ты хотел, да, все-таки кратенько скажи, было оно у тебя и как это происходило? Конечно же, у меня рождение свыше было. Но оно было у меня не одномоментное, а на протяжении времени. И оно продолжает это рождение свыше, как ребенок родившийся, начинает возрастать. Но при условии, что я сам не расслабляюсь и постоянно себе понуждаю к этому повседневному труду, не пропускаю возможности помолиться, не пропускаю возможности оказать людям добро, не пропускаю возможности потрудиться и не лениться. А конкретно рождение свыше, оно у меня наступило, я еще раз говорю, не одномоментно, а постепенно. Через чтение Священного Писания, через крещение, которое тоже дало вдохновение, троекратное погружение, что это сказать, прощен, что грехи мои, которые были совершены до 2017 года, до моего крещения, троекратным погружением, действительно прощены. Вот. Хотя память приводит их мне, и это сказать, памятуя об этом, никогда не считаю себя каким-то святым при жизни человеком. Может, Господь и попускает человеку совершить грех, чтобы он, вспоминая о нем, не помнил себя слишком о себе много, а понимал других людей, которые тоже в таком состоянии могли бы пребывать или пребывают. То есть решат вот, и пытаются с этим что-то сделать и встать на путь правильный. Вот так я сказал бы коротко или даже пространно, ну, как сказал, так сказал, о своем рождении свыше. А как на это повлияли на меня? Прежде всего, Священное Писание, потом кование Святых Отцов, встреча с такими подвижниками православной веры, как епископ Арсений со Святогорской Лавры, настоятель его, встреча с Кеандритом Зосимой, Сокура, Свято-Васильевском, Никола, значит, в Успенском, Святом Васильевском Николаевском монастыре, там два монастыря, женский и мужской. И, наконец, как бы кульминация моего восхождения Господу, это встреча с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, которым я очень благодарен. Аферист.
прошу прощения. Вот говорят так, враги, врагами становятся домашние. И вот у меня этот враг, домашняя, это жена. Ну, я ее люблю. Надо приходится иногда ставить на место. Mm-hmm. И, кстати, тоже благодаря тому, что читаешь Библию и общаешься, слушаешь проповеди праведников, проповедников, то много чего узнаешь и о женщинах. Вот мужчина, допустим, никогда не должен быть подкаблучником. Он глава семьи, глава жены. Где это написано? Так это написано в Новом Завете. А в жизни происходит иначе. Мужчины, порой угождая своим женам, становятся подкаблучниками и теряют, так сказать, тем самым свое мужское достоинство, сами того не понимая. Поэтому главой жены есть муж, а главой мужчины – Иисус Христос. И главная задача мужа – это обеспечить свою семью, любить свою жену и быть готовым даже умереть за нее. Вот такая обязанность возлагается на мужчину. И вот вкратце, в тезис на то же отметьте, какую пользу тебе принесло знакомство с Игнатием Тихоновичем? Конкретно. Кратенько. Во-первых, я научился у него, когда был при личном общении, воспитывать себе такие черты, как бдительность, ответственность, предусмотрительность. Ну, скажу так, те качества, которые он имеет, мне, конечно, до него очень-очень, и как и многим из нас, далеко. Потом это нестяжание, это способность обходиться самым необходимым в своей жизни. Это забота о людях, которые к тебе приезжают. Ответственность за их жизнь, за здоровье. И в то же время разумная строгость. Вот был такой случай, когда приехал молодой человек и решил отказаться подчиняться хозяину, к которому в гости приехал, где ему ночевать. Ну, специальный дом, где мужчины ночуют. А ему захотелось в другом месте. Ну, а там же не принято так, по терятке, что ты поступал по своей воле. По своей воле ты поступаешь там, где ты живешь. А где приехал, подчиняйся. И тем не менее, Игнатий Тихонович сделал исключение для этого человека, чтобы, так сказать, сохранить больше, сохранить добрые отношения. Вот. Но этот человек так или иначе понял свою, так сказать, упертость, ошибку. И я думаю, что в следующий раз поступит так, как от него требует того правила гостеприимства. Он гость и должен быть у хозяина в повиновении, по зубам, конечно. Кроме того, от Игнатия Тихоновича я знаю, что можно и нужно непрестанно молиться, не лениться. Это тоже качество, которое я у него подчеркнул и стараюсь выполнять, хотя далеко мне не всегда это удается. Кроме того, его советы по отношению к моей жене, иметь с ней мир, не перегибать палку. И надо хочется взять кнут и выбрать ее за ее поведение. Вот. Но тут надо в какой-то мере себя сдерживать. И этот кнут в руки не брать. Тут тоже влияние на Игнатия Тихоновича. Я сам по себе тоже бываю вспыльчивым. И никто меня так из терпения не выводит, как мое ближнее, вот это создание Божье, которое при жизни земной тебя радует. Но иногда бывает так, что, как в той поговорке, убил бы. Вот. Так что много чего от Игнатия Тихоновича я научился. Я получил от него в подарок целый комплект книг «Открытым оком». Для меня это очень большое богатство. А сколько томов? Ну, там уже 38 томов. Угу. Вот у меня сейчас находится, это еще раньше получил, книга «К истинному православию».
моя настольная книга. Это очень хорошее Новый Завет с толкованием, где приводятся его комментарии Игната Тихоновича. Вторая книга, которую я тоже прочитал, «Для Слова Божьего нет уст». Это его автобиография. И там много еще написано о других людях. Очень такая вот пространная, полезная и для научения, и для обличения. Хотя эти слова относятся к Святой Библии. Вот. Кроме того, его трудами была написана книга «Симфония». «Симфония» на книге, на неканонической книге Нового Ветхого Завета. То есть это очень удобное пособие для того, чтобы работать над каким-то, над какой-то статьей, найти быстро, в нужный момент ту или иную ссылку на Священное Писание и привести в подтверждение истинности того, что ты излагаешь на бумаге. Вот так вот. Хорошо, а что тебе не нравится в Игнатии Тихоновиче? В Игнатии Тихоновиче мне нравится все. Но я говорю, что в вопросах, связанных с православной верой, он поступает безошибочно, и он тот подсвечник, который светит людям, указывая путь ко Христу. Но в вопросах бытовых у меня, допустим, есть свое мнение, частое мнение. Я его высказывал Игнатию Тихоновичу иногда. Вот. Просто где-то он в частных вопросах, в житейских, бытовых вопросах, принимает правильное решение. Я не скажу, что он ошибается в чем-то. Но не все эти решения я бы назвал бы оптимальными. Но это, опять-таки, мое субъективное мнение. И поскольку они являются такими мелкими, я даже не нахожу их нужными, а оглашать в этом эфире. Ну, понятно. В принципе, вот тут написано, что человек, рожденный свыше, не грешит. И образец этому сам Игнатий Тихонович. Поэтому, кто бы что на него ни говорил, во-первых, если я невольно слышу об этом, или там читаю об этом в комментариях каких-то, я даю опровержение. А глубоко в споры по этому вопросу я не вступаю. Потому что есть люди, которым кого-то опорочить по незнанию или умышленно, это и, как говорится, предо. Но за таких людей только надо помолиться. И если уж человек начнет упорствовать в своем, так сказать, негодовании, в своих нападках на нашего исповедника веры православной, Игнатия Лапкина, то я просто такого человека блокирую, заношу в черный список и с ним не общаюсь. Ну вот смотри, ты говоришь, смотри, брат Сергий, ты говоришь, в вопросах веры он непогрешим, а докажи это. Как ты это понял? В вопросах веры он непогрешим. Во-первых, он эту веру православную знает, как никто другой. Она ведь вытекает из знания Священного Писания, из предания, из творения святых отцов, из жития святых отцов. И он все это знает, анализирует. И буквально кладет на лопатки любого, кто с ним будет пытаться в этом вопросе спорить. Но не спорить. Он излагает истину, подтверждает ее аргументированно ссылками на Священное Писание, как я говорю, творение святых отцов, на жития святых отцов, на каноны церкви. И поэтому его позиция безупречная, потому что она основана на Библии. Ну и кроме того, своим образом жизни он не дает повода усомниться в том, что у него дела расходятся со словами. Поэтому вот ни одного такого проповедника в жизни не встречал, который бы так объективно освещал свою жизнь, жизнь своих собеседников, близких, как это делает на делах. Ну, нет такого. Попробуйте, вы подберетесь к знаменитым, так сказать, нашим православным миссионерам, которые выступают с экраном телевизора. С ними можно, конечно, пообщаться, но в основном это монолог. То есть ты можешь послушать, дать какие-то отзывы и все. А так, чтобы с ним напрямую в контакт войти, да, упасти Господь, это для них, знаете, это надо, чтобы, ну, как какому-то высокопоставленному ты чиновнику пытаешься пробиться, и то не пробиваешься. А с Игнатием Тихоновичем все проще. Вот как Бог, обращайся напрямую, Господи, помилуй меня грешного. Вот так же самое, как Игнатий Тихонович, в любое время можно обратиться, предупредить его об этом,
ну, когда срочно он и так примет, то и отказа не будет. То есть он действительно, он как наш духовный отец. Хотя он никогда, это скромность, он не приветствует, чтобы к нему обратились со словом «отец Игнатий». Я как-то пытался так обратиться, но говорит, нет, обращайся просто Игнатий или Игнатий Тихонович. То есть он как бы не дает, чтобы его восхваляли. Ну, оно всегда приятно, когда тебя хвалят, и неприятно, когда ругают, поносят тем более. Вот. Но Игнатий Тихонович, он из тех людей, которые доступны в общении, он знает все наперед, можно сказать, и о тебе тоже. Вот я в последнее время с ним напрямую не общаюсь, разве что во время занятий. И то сейчас реже стал приходить на них, потому что есть у меня другие дела, вот тоже не менее важные. Я уже, как бы сказать, подрос до определенного уровня. И уже, как говорится, могу выходить самостоятельно. Вот. Но всегда вот родной дом, родные пенаты, где тебя родили во Христе. А Игнатий Тихонович для меня постарался, как никто другой, родить меня во Христе. Не зря апостол Павел писал такие слова своим ученикам, что «я родил вас», то есть «дети мои, я родил вас во Христе». Вот даже сам Игнатий Тихонович очень многих людей родил во Христе. То есть он привел их в церковь православную. И в отличие от других миссионеров православных, у него еще и дальновидность такая вот. Он понимает, что нужно где-то на каком-то этапе продвижения православных, продвижения истины, где-то остановиться на мгновение какое-то, чтобы не спровоцировать ответную сторону, которая тебя не поняла и не принимает, на какие-то меры крутые, которые потом могут повлиять на твое дальнейшее положение в этом мире, вот, и явиться причиной твоего, так сказать, отстранение на затворке каких-то там на затворке нашей жизни. Вот, допустим, что произошло с Андреем Кураевым, талантливый человек. Вот. Ну, вот, так сказать, дожимал всю эту публику, этих всех волков в нашей школе в такой степени, что они его решили извергнуть из сана. То есть, а может, где-то было поступить по-иному. Вот как Даниил Калицкий, роман Даниил Калицкий, это тот князь, который стал, так сказать, один из последних руководителей давней Руси после нападения на Русь монголо-татар. Ведь он понимал, что невозможно было победить Батыя в той схватке, которую Батый навязывал князьям и побеждал. И он пошел к нему, как Александр Невский, в ставку с тем, чтобы договориться, получить этот ярлык направления, то есть как бы узаконить свое правление в этом Галицко-Волынском княжестве, но без каких-либо разрушений, потрясений для своего, так сказать, народа, который показался бы жертвой этой беспощадной резни, что устраивали эти воинства над непокорившимися народами. То есть он сохранил и лицо, но пришлось пожертвовать какими-то там богатствами, давать платить какую-то дань этому Батыю, где-то там самому разрушать укрепленные города по ультиматуму тех же самых баскаков, правителей этого грозного руководителя монголо-татар. Ну, в общем, он поступал разумно в конкретной ситуации. Так же самое Игнатий Тихонович поступает всегда разумно. И дай Бог, чтобы он всегда так поступал. Но это уж, так сказать, те советы, те мысли, которым сам Господь дает, как поступить в той или иной ситуации. То есть не по своей воле он поступает, а по воле Божьей. В этом я убеждаюсь. Брат Сергий, есть такое явление, не секрет, что множество людей, поначалу столкнувшись с Игнатием Тихоновичем, ну, как правило, это на канале YouTube, они, есть такой термин, очаровываются им, но проходит какое-то время, и они разочаровываются, отходят, многие начинают поносить его, клеветать там, ну и так далее. Почему это происходит? Как ты думаешь? Это происходит от того, что, кстати, как сказал, вы привели поговорку Андрея Кураева,
который сказал, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Вот именно как раз очарование. Я могу только судить по своему опыту. Но, во-первых, когда я познакомился с Игорем Тихоновичем и просмотрел его видеоролики, где он выступал против, так сказать, почитания, чрезмерного почитания мощей. Да, на мощах нужно уважать мощи святых, на них строят храмы, вот, но не делать из этого показуху, не идти дальше того, что предписано канонами церкви. Потом у него есть отношение своего, ну, такое отношение, у него нет неприязни к католикам, к инославным. Он их понимает. А если так, то и поступает по Святой Библии. Не руководствуется какими-то там предписаниями, как, допустим, наша Московская Патриархия постановила Православной Церкви Украины, ПЦУ, которая была учреждена 15 декабря 2018 года на объединительном соборе Автокефальной Церкви Украины, потом Украинской Православной Церкви Украины Киевского Патриархата, что ушла в раскол из Московской Патриархии. Вот. Но поскольку это образование религиозное получило признание у Константинопольского патриарха и получило Томас, вот, то многие люди поверили в это в Украине, они хотели иметь эту церковь православную, такую автокефальную независимую. Но это не понравилось Московскому патриарху, его, так сказать, священному началью, которые нашли в этом раскол и узаконивание раскола. Ты слышишь меня, да? Да, там, это у тебя, да, звонок? Тут просто звонят тоже по скайпу, и у меня пропала картинка, я поэтому только рассказываю. Так. Вот. Поэтому... Это тебе звонят или мне вопрос, Сергей? Нет, это мне звонят. А, ну ты... А, это на, ну понятно. Угу. Вот. И поэтому, когда возникают такие ситуации двойственные, что с одной стороны можно найти каноны, по которым признать, значит, Православную Церковь Украины, ПЦУ, не каноническая, что якобы она составлена скромно из структур, которые были в расколе этих организаций религиозных, которые вышли из Московской Патриархии, вот, и на этом основании выплеснуть полностью всю эту мутную воду вместе с ребенком, то есть вместе с самой церковью, и ждать, пока, так сказать, патриоты Украины, свободолюбивые жители Руси Украины придут с повинной в Московскую Патриархию и станут на колени и скажут: простите нас, мы были неправы, мы раскольники, примите нас обратно. Ну, не бывает такого. Вот. Поэтому в вопросах политических, тут еще и политика замешана, правда, религиозная, церковная политика, надо быть всегда очень разборчивым и осторожным. И в этом отношении Игнатий Тихонович, как никто другой, хорошо разбирается. Он говорит просто: если нужно мне получить благословение у католического священника, я это сделаю, не задумываясь. Если какой-то сектант прочитает молитву «Отче наш», которая написана в Евангелии, я обязательно скажу, что «Аминь». Но это не означает, что я с ним молился. Просто та молитва истинная, поэтому я скажу «Аминь». Ну, то есть он не учит нас, он учит нас поступать на все благоразумно, руководствоваться в первую очередь Библией, Священным Писанием, а не предписание наших современных синедрионов. Вот так. Хорошо, и напоследок, что бы ты посоветовал людям, которые будут слушать нашу беседу? Ну, набраться, в первую очередь, простите меня за столь длинный монолог. Во-вторых, обращаться к Игнатию Тихоновичу всегда, как к своему родному отцу. Потому что он действительно соработник Иисуса Христа и помазанник его. И обязательно даст вам нужный совет при условии, что вы будете иметь к нему доверие. И никаких к нему, так сказать, антипатий не будете испытывать. Есть люди, которые заведомо не хотели бы Игнатия Тихоновича видеть и слышать. Вот к ним, ни к ним я никакое свое обращение.
обольщения не готовим, и они, вероятно, они не будут смотреть наш видеоролик. Вот. А тем людям, которые будут читать фамилию Геннадий Лапкин, то пусть, конечно же, послушают его в оригинале. Угу. Ну что, спаси Христос, брат Сергий. И тебе спаси Христос, что уделил внимание. Всю твою семью, жену, супругу, детей. Спаси Христос. Ну и до новых встреч. Увидимся на нашей площадке общей, где мы молимся, общаемся, изучаем Слово Божие. Да. С Богом. Если сейчас начинается у нас совместная молитва, то по скайпу. Да. Давай, с Богом. Пока.